your name? My name is Arsen. Okay, maybe you may speak Russian. Yeah, Ukraine. Okay, you are from Ukraine, aren't you? Yes, yes. What city are you from? Одесса 8. What region? Ваш? О чем беседуете? Может, вопросы какие есть? Ну, у меня, в принципе, нет вопросов, а у вас? Да, у меня тоже нет. Ну да, have a good day. Ну, значит, у меня соединилось, у тебя нет. Ну, может быть, да. Один раз было такое, бывает на автопилоте, пальцы жмешь. Ну да, бывает. Как сегодня успехи? Да, что-то все вяленько так, вообще. Да я зашел уже поздно было, во втором часу ночи. Ну ты все время. Я захожу к тебе, ты все время в это время стримишь. Ладно, логично, когда никого нет, конкурентов из наших. Я не знаю, мне ночью как-то самому кайфово просто сидеть, общаться, так как-то не в напряг. А днем как-то атмосфера там что-то отвлекает, телефон бывает звонит там. А ты без стрима-то заходишь или только со стримом? Ну, в основном со стримом. Без стрима могу зайти, если только что-то мне вот программу протестировать надо. Какие-то настройки там что-нибудь. Ну понятно. Так могу сделать. Там что-нибудь настраиваю, тогда без стрима. Ну сегодня кто-нибудь. Ну, а смысл так? Не, ну смысл какой? Все равно делаешь нарезки, а тут тебе нарезка сама уже нарезать не надо. Если хороший клиент. Ну, со стримов я нарезки не успеваю делать. Со стримов столько материала у меня, как говорится, это. Ну сегодня кто-нибудь из жирненьких был с той стороны? С той стороны? Ну, не, а хохлы, они, видимо, меня знают, они вообще переключают сразу. Даже нет. Те, которые, как говорится, можно было что-то пободаться, и то переключают. Тут есть пару украблогеров, но один постоянно, и еще человека три заходит периодически. Постоянно это Низи, вот этот в маске, который из Днепра, он тут постоянно трется. А заходит. Ой, я вот тут хочу поймать киевскую хунту. Не попадался? Последний. Попадался. Он два раза от меня бегает. Когда? Черт оплакивает. Сегодня прямо попадался? Нет, сегодня не попадался. Вот, не пять там назад. Я с ним выкладывал два ролика, он уже там бедняга был. Понятно. Говорится, это. Попадался. Марк. Ну, Марк, да. Потом. Я зачем добил его это? Он сейчас бегает, он мне сначала вопрос, говорит, я тебе задам. Я говорю, ну давайте, задавайте, я вам отвечу, потом вы на мой, ладно? Он, хорошо. Ну вот начал мне там, в чем величие России? Ну я вот так, как говорится, по-быстрому разложил, ну как, но свое видение. Это вопрос от Луганского пошел. Луганский он придумал года три назад этот вопрос. Вот они все повторяют. Ну нет, ну киевская хунта. Нет, там я его сам спровоцировал, я ему. Он, я из Киева, я говорю, а я из Великой России. Он, а в чем величие? И понесло. Ну, это да, да. Ну, я его сам вывел на ту тему, которую, может быть, я просто не знал, что это блогер, что я думал, просто дедок какой-то, мы сейчас поговорим по себе. А он, смотрю, начал там свое что-то выкручивать, перебивать постоянно, что-то там начал пытаться там все. Ему говоришь, он, а вот у вас не так, это не так, это вранье, это, ну, такое как-то, смотрю так, подлинно ведет, думаю, ну я сейчас тебя, как говорится, приземлю по-быстрому. И потом говорю, ну ты на мой вопрос тогда ответь. И тут он все сдулся. А вопрос простой был. Чего добилась Украина за 33 года независимости? И что она дала миру? Не, ну вот. Своей независимости. Ну это, если какой бы... Какой сделал? В мировую копилку. Если бы они были, так сказать, сообразительные, они бы, я бы на их месте ответил. Шевченко, вот футболиста, он... Ну, не уровень Марадоны, но весьма приличный уровень европейский, да ладно, как вот так, где-то. Ну, это как, это с футболиста, а для народа что она сделала, что построила, какие достижения, научные достижения, культурные достижения? Ну, тут можно сказать, что это самое, все, помнишь, как вы, это самое, при коммунистах был лозунг, все во имя человека, все во благо человека, а внизу уже народ шушукается, а мы даже знаем имя этого человека.
А перефразировать, там, если вот для Украины современной, все для людей, все во благо людей. А мы даже знаем имя этих людей или фамилии этих людей. Вот, короче, с ним это, он там начал что-то мне там, какую-то воду лить. Я ему говорю, слушай, давай серьезно, по-конкретному. И он меня за кораблем послал и сбежал. У тебя сейчас много народу на острове? У тебя сейчас много народу... Ну, продолжай, да, я тебя перебил. А? Продолжай, я тебя перебил. Он сбежал. А второй раз попадает в игру. За вами должок, Марк. Давайте должок. Не, ну Марк это один из немногих украблогеров, кто, по крайней мере, соображает в своей профессии. В математике он соображает, а у меня с ним научные диалоги, ну, еще трехлетней давности. Он, вот. А есть такие там, вот, то есть на уровне того же старого дикобраза, Маркова вообще, так сказать, намного выше. Вот, ну, старый дикобраз, знаешь, это первые волны их блогеры. Не, я такого, я их особо не знаю, там никого. Они же здесь редко бывают. Нет, а структуру редко. Нет, но я-то собирал диалоги с укроблогерами, когда этой рулетки еще не было. Я специально за ними гонялся, я коллекционировал. Вот. Ну, самый безграмотный из них, вот старый дикобраз, это по профессии бухгалтер, который не знает, что такое факториал. Вот где-то так. Я просто почему спросил, много у тебя или мало. Я все хочу тебе позвонить. Меня тогда заинтересовало твой это самое, знакомый, который, ну, типа, прогнозист хороший, он, чем закончится-то. Ну, ты говоришь, на стриме не могу. Ну, как-нибудь позвоню, если. Я просто, может, там у тебя вообще мало, тогда можешь сейчас рассказать. Если нежелательно, тогда позвоню, как скажешь. Ну, эту тему не хотелось бы даже обсуждать, потому что куда-нибудь уйдет в запись. Ну, хорошо, позвоню. Меня просто заинтересовал этот свой знакомый. Ну, в смысле, не он заинтересовал, а его позиция. Его прогноз, раз он такой профессионал. Ладно, позвоню при случае как-нибудь. Когда... У него там не прогноз был, он мне просто все рассказал, как все, что это все, ну, запланировано. Ну, какой исход должен быть. Да. Ну, хорошо. Ладно, как-нибудь свяжемся. Давай, успехов. Счастливо. Наступает решительный момент. Повестки-то у всех на руках. Ну что ж, проанализируем обстановку. А за себя он был совсем не разговорник. Слушай, Карпов, сделай вид, что я этого не слышал. Судьба тебя и так любит. Их, в общем-то, всех и назвали русские, потому что это глагол. Русский – это какой, чей отвечает? 17 гривен килограмм оказалось. Ну и что из этого? Ну как? Килограмм. Это не очень дорого. 17 гривен килограмм – это не очень дорого. Вы... И вообще во всем мире яйца в мире меряются в килограммах, а не в штуках. Вы что, издеваетесь, что ли? У нас это в килограммах измеряют. Вы что, издеваетесь? Есть мелкое яйцо, есть крупное яйцо. Ну, и все равно. Разные. И цена разная. Игорь Вадимович. У мелкого яйца одна цена, у крупного яйца другая цена. Правильно. Ну, а если взять их в килограмме, взять их за килограмм, это будет универсальная цена. Ты черный жопа. Мне не нравится черный жопа. Ты черный. Наверное, зря жалел Деникин хама. Их надо было брозгой да плетьми. А вот теперь ни воинство, ни храма. Демократия помойки диктует моду на мораль. Мне наплевать, а сердцу горько. Еще раз зафиксировали, Петр. Зафиксировали то, что я сказал. В Татарстане. В Татарстане нету ни одной школы с татарским языком обучения. Это факт. Не реки чудак, поныне за правду воюет. Правда в речах его правды, ломаный грош. Они ж передали. В 1922 році. Воронежская область. А в 22-м году Львовская область где была? В Австро-Венгрии.
Опаньки, так это не было еще? Ну, еще в соседней стране 70 миллионов. Они нас ненавидят за это, за то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Каркашовский был гвоздем украинским ударом на члены. Металец! Да. Украина, которая создана группу экономического...